Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, официальный партнер Инвестиционной академии Альпари в Санкт-Петербурге. У нас сегодня пятница, 11 августа 2017 года. Ежедневный обзор финансовых рынка, торговля без индикатор, вещание из Санкт-Петербурга. Всем привет. Традиционная просьба отметить качество картинки и звука. Как видно, как слышно. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Сергей Лазаренко. Так, Лазаренко, Сергей. Вы мне кого-то напоминаете. Где-то мы с вами сталкивались. Ладно, не вспомню. Хорошо, поехали, друзья. Значит, пятница, рабочий день. Последняя эта неделя, чем он знаменит или чем он важен, смотрите сюда, расписание занятий. Значит, смотрите, хотел бы предупредить, друзья, что данная стратегия, которую я все время рассказываю и даю обзоры, свои обзоры финансовых рынков с точки зрения базовой стратегии, на новостях абсолютно не работает, друзья, поэтому будьте внимательны. Поэтому я всегда предупреждаю о том, что если выходит или ожидается выход важных новостей, то на ожиданиях, перед новостями стратегия работает, в принципе, неплохо. Но во время выхода новостей ни в коем случае нельзя работать по данной стратегии. Потому что происходит большой вынос в разные стороны, особенно когда новостей очень много. Поэтому надо стараться выйти из рынка, либо максимально его обезопасить, свои открытые позиции, и вход в рынок осуществлять только после выхода новостей, минут через 15-20, особенно когда выходит большое количество новостей. И вот сегодня в пятницу, посмотрите, пожалуйста, значит, большой блок новостей из США, потребительские цены, один из важнейших экономических показателей по Соединенным Штатам. Вот главный и ядро. Посмотрите, в принципе, ждут неплохие данные, как бы лучше предыдущих. О, вот это уже пересмотрели, интересно. Тем не менее, как бы в положительной зоне ожидается выход всех этих новостей, поэтому в этой ситуации, скажем так, пока что рановато, наверное, продавать, но в то же время, как только новость адсорбируется, то есть все эти новости себя реализуют, минут 15-20 пройдет, а потом уже можно будет работать в сторону выбранного направления. То есть главная идея, после выхода новостей, пусть рынок выберет для нас направление. И в этом направлении мы будем торговать. Вот. На следующей неделе потребительские цены из Великобритании. Тут вообще просто огромный блок новостей, посмотрите. Плюс США розничные продажи, тоже видите, из отрицательной зоны выход ожидает, что тоже поддерживает американский доллар. То есть вот здесь как бы британские новости, но надо их рассматривать в контексте выхода американских новостей. Вот. Также ВВП по Евросоюзу ожидается. В принципе, эта новость немножко поддерживает евро в текущем моменте, потому что стимулирование идет достаточно долго. И, возможно, есть реакция на то, что эти новости могут быть в положительной зоне для евро, имеется в виду. Также потребительские цены из Евросоюза тоже надо будет подождать, посмотреть, какие ожидания. Вот, собственно говоря, экстраординарных новостей нету, но важные новости есть. И, соответственно, это вызовет определенную волатильность на рынке. Давайте посмотрим текущую ситуацию на рынке. И мне бы впервые хочется сначала рассмотреть два актива, с которых я никогда не начинал обзоры. Это прежде всего золото. Давайте посмотрим на золото. Здесь ситуация интересна, достаточно интересно развивается. Видите, достаточно мощный рост произошел. Вот это залипание, вот это эффект залипания. То есть, если это эффект прилипания, то это залипание. То есть, в данном случае произошел все-таки вынос наверх этой линии. Да? Вот если посмотрим, линии тренда, вот видите, да? Прилипание, это когда цена вот идеально отрабатывает эту линию и отваливается от нее. А залипание, это когда цена залипает к ней, не отрывается, идет вдоль нее и уходит на пробой. Так вот, посмотрите, вот эту жирную линию, которую я нарисовал еще 2 года назад, вот, возможно, будет реализация, да, вот выход из этой консолидации, о которой я вас предупреждал в начале лета, что вот здесь вот все это будет достаточно долгий процесс. Вот он.
Но, похоже, идет реализация. Но последний оплот, как говорится, защитный перед таким ростом наверх, это эффект, который был вот здесь вот отображен, это выход из, то есть после в этом коррекционном откате выход из канала, пробой. И если случится так, что цена, не обновив данную вершину, отсюда начнет снижение вниз, то вполне возможно будет хорошее вот такое новое движение вниз с целью обновления вот этой впадины. С другой стороны, если все-таки будет пробитие, то тогда все эти линии окажутся неактуальны, но придется нам оптимизировать линию тренда. Я склоняюсь именно к этому варианту. Второй момент по золоту. Вот дневной график, посмотрите, под третий день сегодня, даже четвертый, идет безальтернативно, то есть исключительно однозначно и исключительно очевидно. Да? Пока еще цена не обновила последнюю эту вершинку, надо всегда в этой ситуации смотреть, а что было внизу, вот в этой коррекционном откате. Здесь был пробой, поэтому... Если рынок все-таки не возьмет эту последнюю вершинку и выйдет из этого восходящего канала, ну тогда я вас приглашаю на разворот или даже на продажу золота. Будем ждать формирования разворотного канала и будем вставать в продажу. Это на дневке, да? Вот. Плюс есть пробитие, плюс здесь есть опорная точка, пробитие которой является сигналом для входа в рынок. Но пока такого сигнала нету, соответственно, движение наверх актуально. И вот это движение, честно говоря, характер его мне внушает некоторые опасения. Безальтернативный, бескомпромиссный вот этот подъем по золоту внушает мне идею о том, что происходят какие-то события очень важные, да, которые заставляют покупать инвесторов уходить в золото. Ведь золото же не инвестиционный актив. Золото, по сути своей, это актив, который прячется от каких-то катаклизмов событий. Наверное, я думаю, что данное движение наверх вызвано, скорее всего, вот этими проблемами, связанными с Америкой, с Кореей, да, Северной Кореей. И вот дабы сохранить, спастись, убежать, спрятать, заныкать, зажилить вот это вот свое богатство, инвесторы прячутся вот именно в это золото. Вот этот подъем. То есть получается, что вот это событие, связанное с Кореей, да, очень сильно оказывает влияние на золото. И по всей видимости, пока события не начнут утихать, золото в этом плане будет являться активом, который будет расти. Вот на этот момент прошу обратить внимание. Это что касается золота. Дальше поехали по поводу японской иены, да, посмотрим. И вот в этой ситуации, как это ни странно, Вот на росте золота из-за напряженности в азиатском регионе, на этом фоне японская иена показывает чудеса просто вот, скажем так, которые трудно объяснить. Ну, с точки зрения, так, где японская иена? А, вот она. То есть на фоне вот этой напряженности, посмотрите, произошел пробой. Вот. Я так надеялся, что вот этот канал сформировался как разворотный наверх. Вот, и вот был сигнал, возможно, можно было встать наверх. Вот, то есть сформировался разворотный канал от этого движения наверх. Но вот вчера произошло событие, которое заставило пробить вот эту линию поддержки. Посмотрите, появился сигнал. Канал каналом, но вот здесь рынок, что обновил вершину, не дошел до цели и подтвердил вот это вот замедление выходом из этого канала вниз. Вот он, видите, да? Пока еще мы, вернее, рынок еще не обновил предыдущую впадину, вот увеличивается риск того, что рынок может пробить все-таки это лоу. И тогда, конечно, вот этот сигнал на разворот тенденции наверх, он окажется пустышкой, да? И рынок попытается уйти в дальнейшее снижение вниз. Посмотрим. В этой ситуации дневной график тоже актуален, посмотрите, безальтернативно, просто взяли, промолотили уровень поддержки, да, вот, и даже не заметили, сегодня продолжили это падение. И вот сейчас вопрос стоит по поводу того, будет ли взята вот эта впадина, вот эта линия, это та самая пресловутая ступенька Марата Газизова. Если все-таки рынок не обновит, не коснется, не проколет этот уровень поддержки, и рынок все-таки выйдет из этого канала наверх, то да, может быть и будет движение сильно наверх, но из-за слабости вот этой тенденции, скорее всего, рынок будет пытаться снова уйти в продажу. Вот такая ситуация. И главная ситуация интересна тем, что напряженность в Юго-Восточной Азии, там есть риск втягивания Японии
в эту войну против Кореи, и вдруг японские активы начали покупать. Вот это забавная ситуация. То есть там риски, а покупают. Это один момент. Ну, второй момент, наверное, все-таки Япония является союзником в этом регионе американских Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Америки. Наверное, они думают, что если Америка победит, то Япония тоже победит. Но вопрос для дискуссии. У нас, мы дискуссии здесь не разводим. Здесь я просто рассказываю свои идеи. Ну все, поехали дальше. По поводу японской иены. Тенденции выражены. Никаких признаков разворота нет. Соответственно, переходим на пятиминутку. И смотрим там. Посмотрите, идеальный шторм, как говорится. Вот он этот однозначный тренд. Движение вниз. Очевидное движение вниз. Прекрасно в последнее время наконец-то стали работать вот эти мои сигналы на вход в рынок. То есть если здесь вот до этого момента, вот до этого момента было все тяжело, очень корявые коррекционные откаты, очень тяжело они пробиваются и так далее, то здесь, посмотрите, бескомпромиссное движение. Напоминает движение по золоту. Вот, например, последнее, да, после пробоя предыдущей впадины, вот здесь, да, коррекционный откат оказался, во-первых, трехволновой, во-вторых, с замедлением, с три волны, выход из канала, формирование разворотного канала и пробой опорной точки, бескомпромиссный пробой и вот такой вот завал. То есть вот здесь вот стратегия начала работать. Ну и, соответственно, теперь решение, да, строим ступеньки, то есть вот он канал, теперь строим ступени, друзья. Произошел пробой. Теперь для нас значимым уровнем является вот этот уровень. Вот этот уровень, вот он. То есть я хочу сказать, что любой подъем наверх — это повод для того, чтобы встать в продажу. То есть вот эта зона, да, отскока наверх, если отскок такой будет, ну, наверное, вряд ли уже такой отскок будет. Наверное, отскоки будут слабенькие, и рынок будет продолжать стремительно падать дальше, потому что события только разворачиваются в этом регионе и соответствующие реакции. Но если вдруг большой такой отскок, ну, скорее всего, отскок будет маленький или даже совсем мизерный. И есть риск того, что рынок пойдет вниз с текущих уровней, прям в ускорение вот таким образом из-за этих событий. Но если будет отскок, то повод для входа в рынок в продажу. Это часовой график. Я даже думаю, что, наверное, надо будет пользоваться уже 5-минутным графиком. Ну, вот посмотрите, видите, да, когда цена вышла из консолидации, вот она, да, и произошло пробитие предыдущего впадины, вот она ступенька. Ну и, соответственно, решение здесь какое, друзья? Здесь решение достаточно простое, да? Вот сейчас я отображу здесь вот его. То есть вот пробойный уровень. Ну а теперь, конечно, вот для этого подъема актуальным является вот этот уровень. То есть вот эти промежуточные уровни стали неинтересны. А теперь актуально стал вот этот уровень, и вот этот, вот эти уровни, которые остались у меня в виде вот этих линий. Вот. То есть в данном случае, после такого пробития вниз, зона продаж расширяется, к сожалению. Все вот эта зона, если цена вот сюда будет двигаться, это зона продаж, вход в рынок продажи. Исходя из логики движения цены вот в этом тренде, вот в этой тенденции. Понятно, да? То есть любой подъем — это повод для продаж. Так, все, друзья, это японская иена, золото разобрали. А теперь возвращаемся к евро-доллару. Так, где тут евро-доллар? Евро-доллар держится пробойно. Но в связи с тем, что золото все-таки пошло в рост, это антидоллар. Скорее всего, наверное, евро будет поддержано таким подъемом. Но из-за того, что сегодня выход новостей, пока что, наверное, рановато покупать. Пусть новость себя реализует, пусть она становится. Вот эта консолидация завершится, и рынок начнет реагировать на выход новостей из США. Значит, еще раз, да, посмотрите, пожалуйста, на экономические показатели. На что я хотел бы здесь обратить ваше драгоценное внимание. Вот здесь вот, посмотрите. Значит, аналитика. Может случиться так, что новости выйдут неплохие, да, и это будет основанием, то есть если будут данные лучше, чем вот эти вот ожидаемые, там 1.8, 1.9, это повод для того, чтобы доллар, наверное, прикупить. И доллар, наверное, немножко подорожает. Вот. Либо день закроется такой коррекцией хорошей, укрепление доллара, но надо понимать, что эта ситуация не изменит главную тенденцию. Вот эту тенденцию она не изменит, даже если цена очень сильно упадет, как реакция на эти новости. Вот. Это надо понимать.
недельный график. В дальнейшем рынок все равно попытается воспользоваться данным коррекционным откатом для того, чтобы возобновить свой подъем. Вот. Это раз. Второй момент. Дневной график, посмотрите. Дневной график демонстрирует нам очевидное движение наверх. Вот оно, это движение. Выраженный подъем, выраженный аптренд. И вот наконец-то, вот после такого безобразного движения, вот этого, да, ну безобразного на дневном графике имеется в виду. На часовке это было прекрасное движение, прекрасное время для торговли. Так вот, посмотрите, вот сейчас рынок, видите, корректируется. Перед такой вот коррекцией рынок сформировал фазу ускорения. Вот оно, фактор ускорения. Прокол линии тренда. Сейчас идет коррекционный откат. Коррекционный откат, видите, достаточно такой осторожненький, то есть структура появилась. А, Б, С, трехволновая. И вот уже сейчас, вот закрытие вчерашнего дня показало выход из этого канала трехволнового. Из этого не... И плюс еще цена не достигла линии поддержки. То есть подтверждается, пока подтверждается фактор ускорения внизу, не добоем до цели. Что это значит? Это значит, что если цена с текущих уровней, а для этого есть сегодня повод, пробивает данный уровень, это повод для того, чтобы войти в рынок наверх. Посмотрите, такая ситуация уже была. Вот здесь прекрасная отработка, видите? Вот отработка наверх, трехволновую структуру, раз, два, три, канал. Вот она троечка, видите? Вот она прекрасная отработка этой модели наверх. Правда, вот на этом откате, конечно, нам пришлось поволноваться, но день потом опять возобновил подъем. Троечка здесь вообще, как волна С оказалась короче волны А, вот А, Б, С. И вот прекрасная реализация, здесь тоже пришлось бы полноваться, но ничего страшного, видите, какой потом выход произошел, выход наверх тройки. Здесь это безобразие началось, никаких структур не было, и вот рынок опять начал строить структуру. Поэтому в этой связи нам дождаться обязательно пробития этого уровня, если это произойдет сегодня, в принципе, можно будет вставать наверх. Но надо понимать, что стоп-лосс, вы видите, да, цена после прокола, день закрывает как бы в разворот вниз, и вроде как сигнал на падение. Но это вот такая вот плата, как говорится, за риск. Вы должны понимать, что стоп-лосс надо будет ставить, ну, достаточно существенный. Вот. Если вы будете готовы, то, в принципе, можно будет заряжаться. В этой ситуации, может быть, цена и отсюда пойдет наверх. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на евро-долларе на часовом графике. Вот, посмотрите. Да, кстати, хотел бы показать, что у меня вот сегодня ночью, видите, у меня стопы здесь стояли, вынесло. Все стопы у меня вынесло по отложенному ордеру. Да? Все, я остался без открытых позиций. Сегодня немножко поскальпировал. Получилось в принципе неплохо. Но результат не важнецкий, в смысле не объемный. Вот $43. Видите, какими объемами сегодня торговал. Это не нарушение money management, друзья. Это скальпирование. Сегодня скальпировал рынок. Видите, да, тут стопы и открытие. И, в общем-то, в принципе, неплохо получилось. Нормально. Вот. Но достаточно высокий риск, поэтому, как говорится, для того, чтобы для поддержания формы, решил немножко так поскальпировать. $43 забрал. Сейчас я остался вне, у меня нет открытых позиций. То есть, да, упустил вот этот, конечно, вот эту прибыль. Ну ладно, забрал вот эту прибыль. Хорошо, в принципе, нормально, пойдет. Так вот, текущая ситуация, смотрите сейчас, либо это разворот, вот эта тенденция вниз, либо это окончание коррекции перед новым ростом, но я сказать сложно. Поэтому в этой ситуации сейчас мы утратили что? Фактор очевидности. Поэтому здесь сейчас, в текущем моменте, стараться надо воздержаться от активной торговли. Потому что, посмотрите, если ступеньки здесь хорошо отрабатывали, то после выхода из восходящего канала вниз, вот до этого момента все было замечательно. Но потом появился этот идиотский треугольник, и вся эта система начала ломаться, вот эта структура моя торговой стратегии. Поэтому, раз у нас ушел фактор очевидности, в этой ситуации стратегия говорит, влезть в рынок вот на часовой разметке не стоит. Почему здесь нарушение пошло? Посмотрите, цена пробивает предыдущую вот впадину, здесь вот не доходит, тут же пробивает предыдущую вершину, то есть нарушается правило. И вот здесь вот остался вот этот момент, только достаточно широкий диапазон, то есть широкий диапазон возможного коррекционного отката, если мы берем вот это основное движение, вот это. Но беда в том, что все это движение, которое здесь возможно, вверх-вниз, да, вот это все движение, оно находится вне границ нисходящего канала. То есть это один из факторов того, что вот здесь вот после замедления, это выход из канала. И здесь формировался вот такой разворотный канал, который может закончиться вот таким резким подъемом.
Так вот, чтобы в этом плане не запутаться, где здесь вставать наверх, где здесь вставать в продажу, пожалуйста, возвращаемся к дневному графику евро-доллар. Дневной график евро-доллар, чтобы не запутаться во всех этих ступенях, посмотрите, пожалуйста, дневку, вот она. Здесь все понятно, здесь все очевидно. То есть, если цена, не взяв вот эту впадину в текущем моменте, возобновит подъем, ну тогда ориентируемся вот на эту дневку, на эту разметку. Да? Если же цена все-таки обновит вот эту впадину, то тогда будет понятно, что тенденция, вот эта коррекция вниз еще сохраняется, потому что нарушение правил, маленькая тенденция вниз здесь не произошло. Ну просто увеличивается период ожидания перед таким новым ростом наверх. В общем, ответ на дневки ищите. Поэтому я и говорю, что сейчас пока что евро-доллар в текущем моменте утратила фактор очевидности, поэтому я вам советую все-таки немножко воздержаться от активной торговли. А торговать можно в принципе, да, на 5-минутном графике, как я это делал, вот скальпирование. Посмотрите, здесь своя жизнь на микроуровне. Вот он был канал, которым прекрасно работали эти сигналы. Вот он сформировался разворотный канал. Вот он фактор ускорения, который тоже прекрасно реализовался. Я здесь и вниз вставал, и наверх вставал. В общем, забрал несколько пипсов и вот активно работал. А сейчас, в принципе, да, вот сейчас утратилась очевидность. Посмотрите, но вот этот канал, вот видите, да, вот это движение, основное движение вниз, оно сохраняется, вот видите, да. Вот здесь вот есть фактор ускорения, здесь идет подтверждение, цена скорректировалась, не дошла до цели. И вот произошло, что выход из восходящего вот этого канала вниз, видите, вот здесь вот. Но неприятным здесь моментом был вот этот фактор ускорения наверх, и он у меня немножко смутил. Но сейчас уже все стало на свои места. Цена, не воспользовавшись вот этим фактором ускорения для более высокого подъема, смотрите, вышел из восходящего канала вниз. Ну, соответственно, здесь уже что? Ждем слабую коррекцию, желательно, чтобы она была трехволновая. Вот. И, в принципе, до выхода инфляционных показателей США, вот этот подъем наверх я ожидаю слабеньким, и вот, возможно, попытается рынок продолжить снижение вниз. Вот. Но это в рамках 5-минутной стратегии, да, на 5-минутном графике. У меня возможности нет торговать на 5-минутке, поэтому тут вот комментарий, да, такой от меня. Либо вы торгуете строго по данной системе, по сигналам. Но я все-таки предпочел бы немножко воздержаться от активной торговли. На часовом графике, посмотрите, цена замедлилась, вы сформировал разворот. Скорее всего, вот в этой ситуации я ожидаю вот этот подъем. Но этот подъем буду торговать только тогда, когда цена пробьет дневную вершинку, вот здесь вот, которая находится, вот здесь вот. Ну а дальше понятно, да, коррекционный откат в виде трех волн вниз, и буду вставать наверх. Вот такая ситуация с евро-долларом. Смотрим дальше, британский фунт. А вот британский фунт, в отличие от евро-доллара, посмотрите, пожалуйста, достаточно уверенно себя чувствует, пока еще. Я и по британцу сегодня, по-моему, торговал. Вот. Недельный график, посмотрите. В рамках нисходящей тенденции это движение коррекционное, оно сохраняется. Извините. Может быть, рынок и сформирует здесь разворот вниз, но это факт. Для этого не нужно гигантское время. А торговать надо в текущей ситуации. И вот посмотрите, в текущей ситуации мы видим очевидный подъем. Вот он тренд. В этом тренде цена не доходит ни до поддержки, ни до сопротивления. Вот, и обновляет все время вершинки. Это говорит о том, что это движение наверх идет под углом 45 градусов. Это весьма долгосрочный тренд. И он таковым будет сохраняться до тех пор, пока вот они, видите, эти ступени. Вот эта ступенька, это и это. Для этого коррекционного отката актуальным является вот этот уровень коррекции. Соответственно, пока цена находится выше этого уровня, ищем повод для входа в рынок в покупки. Но если произойдет прокол, тогда появятся факторы неочевидности движения. И вполне возможно, что рынок попытается коснуться линии поддержки вот этой. Если это произойдет, ну тогда это будет, наверное, фатально для британца. После незначительного отскока рынок может продолжить движение вниз. И тогда вы увидите вот такой разворот тенденции, как это произошло по евро-доллару. Да? Вот он. В этой ситуации смотрим часовой график, британский фунт. И там можно, в принципе, вот эти моменты использовать для торговли на часовой разметке. Посмотрите.
Видите, вот, наконец-то в этом движении. Да, кстати, реализацию вот этого разворота часовой разметки, вот видите, да, разворотный канал. Но уже и вот этот разворотный канал уже под вопросом. Видите, да, цена, обновляя предыдущую впадину, тем не менее, вниз идет неохотно, и даже сразу вот произошел вот выход из канала. Видите, да? И в этом выходе из канала что мы видим, друзья? Правильно, мы видим, что цена пытается пока еще неудачно обновить предыдущую впадину. Если это произойдет, действительно, неудача, и рынок пойдет наверх, вы видите, что это движение было трехволновое, да? Ну и тогда, в принципе, если рынок отсюда где-то, не взяв предыдущую впадину, возобновит подъем, тогда сформируется полноценный разворотный канал. Пока разворотного канала здесь нету. Канала разворотного здесь, друзья, еще пока нету. Вот нету канала. Зацепиться не за что. Поэтому вот здесь вот только-только начинает все формироваться. Это если мы готовимся к развороту. С другой стороны, друзья, эта тенденция, видите, нарушение ступеней пока не наблюдается. И здесь даже наоборот появился сигнал на продажу. Почему? В этом подъеме не было структуры. И вот структура появилась вниз в виде вот такого канала. Вот он сформировался канал, видите, да? Вот он. В принципе, это повод для того, чтобы здесь стать продажу. С текущих уровней, с постановкой стопа вот за эту вершинку. Ну, наверное, я небольшим объемчиком зайду, дабы поддержать вот эту идею. Ну, честно говоря, торговать не хочется. Пятница. Вот, я открыл позицию. Стоп-лосс я сразу ставлю за вершинку. Вот за эту. При откате наверх она закроется. Но это только для того, чтобы пока воспользоваться данной тенденцией вниз. Посмотрим. Это у нас британский фунт. Можно торговать 5 минутки. Да, вот, вот здесь сигнал прекрасно себе реализовал. Вот они, ускорение, слабый коррекционный откат, фаза недобоя, фактор недобития. И пробой опорной точки, вход рынок в продажу. Пробили очень важный такой краткосрочный уровень, вот этот вот, сейчас она находится ниже этого уровня. Соответственно, наверняка любой подъем наверх будет подхвачен для того, чтобы встать в продажу. Но это мое мнение, может быть, оно ошибочное. Стоп-лосс рядом совершенно, сколько там получается? Объем небольшой, порядка 42 пунктов. Нет, достаточно большой стоп получается. Давайте-ка я его уменьшу вот до этого уровня, да, вот так вот. Вот такой стоп, пусть он попытается реализоваться, да, то есть не реализоваться. Это у нас британский фунт, торгуем дальше российский рубль. Российский рубль у нас показывает сейчас достаточно тяжелую ситуацию. Недельный график все-таки сохраняет этот подъем. Видите, зеленая позитивная свечка наверх, как тенденция. Тем более здесь были гэпы. Причем, обратите внимание, я сам их не обратил внимания сначала на это движение, вот это движение наверх, которое здесь есть. Каждую неделю открывается с гигантскими гэпами. Да? Это говорит о том, что явно настроен на рост. Явно настроен на рост. Давайте посмотрим дневку. И вот на дневке, видите, да, цена попыталась выйти из канала, зависла на линии поддержки, так залипание так называемое. Это грозит тем, что в какой-то момент может быть вот такая просадка вниз. Но в то же время признаков разворота тенденции вниз здесь пока не наблюдается. Вот сложная ситуация, замялась, то есть и верх не взяли, низ не взяли и законсолидировались. Какое-то местечковое движение. И вот здесь, вот посмотрите, на часовке наконец-то сформировался сигнал, причем с ускорением наверх. Вот он был канал вниз небольшой, вот он канал наверх сформировался. И в этом канале есть фактор ускорения. Подтверждением этого фактора ускорения будет являться коррекция, при котором цена не достигнет линии поддержки и по возобновлению роста вход в рынок покупку. Такой вариант рассмотрим. Это у нас рубль. И смотрим дальше швейцарский франк. Швейцарский франк также остается вне поля моей активности, но вот здесь вот этот сигнал, который может, вот видите, на недельном графике, может оказаться фатальным для доллара, так как это поглощение. И, соответственно, в связи с тем, что цена, сформировав фактор ускорения, видите, да, вот, не дойдя до линии сопротивления, верхней границы канала, таким образом генерирует сигнал на продолжение тенденции вниз. Соответственно, надо ждать закрытия этой недели. Посмотрим. Интересная ситуация. Потому что, честно говоря, я ждал, что вот эта коррекция будет более высокой. Вот. Но она не случилась, видите, да? Хотя, в принципе, в текущем моменте этот процесс еще сохраняется, этот рост. Просто здесь рынок может сформировать вот такой зигзаг коррекционный. Вот я его отобразил. То есть вверх-вниз, третья волна. И только потом окончательное движение вниз. Склонялся к этому сценарию из-за того, что рынок побивал предыдущую вершину. То есть, видите, разметка сложная, очень сложная.
Дневной график в этом нам тоже особенно помочь не может, потому что тут были пробития предыдущих вершин, ступеней моих, и в то же время цена пробивает предыдущие локальные впадины. То есть очень сложная разметка, очень сложно. Что-то в этой ситуации делать пока что непонятно. Но раз непонятно, это значит, что очевидности здесь нету, соответственно, надо стараться воздержаться от торговли под доллар против швейцарского франка. Вот. Масса всяких вариантов, видите, я тут отображаю. Очень сложная такая ситуация. Поэтому пусть это, вот эта ситуация разрядится каким-то образом, либо движением вниз, либо движением наверх, вот эта вот какофония вся, пусть она как-то вот завершится. Единственное, можно попробовать рискнуть, скажем, в текущем моменте, если рынок внезапно ни с того ни с сего пойдет наверх. Вставать ли на пробитие этой опорной точки, сложно сказать. Но если вдруг рынок все-таки перед этим пробоем сформирует разворотный канал наверх, вот так вот, то вот на этом подъеме можно будет пытаться зарядиться наверх, потому что сформируется разворотный канал. Вот, при пробитии вот этого уровня. Видите, зигзаг АБЦ со стопом ниже предыдущей впадины. Но это уже, видите, больше 100 пунктов стоп-лосс, размах очень большой, но крайне тяжелая разметка. Поэтому франк тоже пока вне поля зрения. Так, и последний канадец. Давайте посмотрим канадца. Канадец продолжает свое восхождение, доллар против канадца, да, и из-за того, что здесь бесструктурное движение, соответственно, бесструктурный может быть подъем. Здесь даже обсуждать не можно. И вот дневной график, даже дневной график подтверждает такое бесструктурное движение. В этой ситуации выход является только часовой график. Вот он, часовой график, посмотрите. Вот. Но уже и вот здесь, посмотрите, появляются факторы, которые... из-за которых теряется вот эта очевидность. Видите, уже начинают пробиваться промежуточные уровни. Вот, вот эти вот. Это говорит о замедлении. Видите, то есть если мы так устроили поддержку, то вот этот лоу мы не можем игнорировать. И вот уже наклон поменялся. Да? Вот. Тяжелее стал идти доллар против канадца наверх. Вот здесь вот, да. Но тем не менее, теперь надо немножко оптимизировать вот эти мои ступени. Вот эта вот линия, она оказалась ни о чем. Вот этот уровень коррекции важен. Значит, а вот сопротивление здесь является уже не вот этот важный уровень, а вот этот уровень сопротивления. То есть, что это значит? Цена сейчас, после коррекционного отката, не дойдя вот до этого, то есть, был подъем наверх, да, вот, обновление. Потом, после этого обновления, рынок скорректировался и снова обновил свою же вот эту вершину. Это значит, что вот эта ступенька важная, а промежуточные были не актуальны. Соответственно, в текущем моменте сейчас цена находится в коррекционном откате. То есть сейчас цена находится в зоне коррекции. Я вам покажу, где эта зона находится. Вот она, эта зона. От этой вершины вот до этой впадины. Это зона коррекции. То есть любое снижение вниз в этой зоне, это повод для того, чтобы встать наверх. И, соответственно, надо, чтобы в этом откате была структура. Но вот эта структура, видите, сейчас пока еще не готова для того, чтобы вставать наверх. Нужен еще один такой провал, и только потом вход в рынок наверх. Вниз движение не рассматриваю, рассматривать буду движение вниз только тогда, когда цена опять выйдет из этого канала, сформирует новую попытку, неудачную попытку роста вот к этой вершинке, если она не будет обновлена, будем ждать формирования разворотного канала вниз, вот такого вот. И тогда вот при сформированном разворотном канале любой подъем наверх повод для того, чтобы встать вниз. Вот такая ситуация. Пока этого нету, соответственно, вниз я даже не рассматриваю никаких вариантов. Только наверх, но только после коррекционного отката, который завершится и возобновится подъем. Вот коррекционный откат, завершился, выброс наверх. Все, друзья, теперь ваши вопросы, мои ответы. О, пошла прибыль. А по какой валюте? А, вот фунт пошел вниз. Вот реализовался сигнал, да. А по какому сигналу вставал в продажу? Честно говоря, я уже не помню. По-моему, это... краткосрочный сигнал был. А, ну вот этот вот пробой, вот лоу. Значит, что я делаю здесь? Надо часть, а тут даже и забирать-то нечего. Ладно, закрою позицию, не буду рисковать. Все, ушел из рынка. Вот так вот я скальпировал сегодня все утро. Посмотрите, наскальпировал $45. Это где-то за один час, наверное. Ваши вопросы, мои ответы, значит, сейчас, так, разберите рубль. Только что повторил Татьяна, рубль рассказал уже. Франк лучше не трогать, говорит Евгений. Согласен абсолютно.
Можно у зеландца посмотреть, говорит Самоцветова Татьяна. Так, у нас буквально минутка есть, потому что вещание уже завершилось, трансляция. Ну давайте, какая валютная пара? Новозеландец, да. Давно не смотрел новозеландца. Но с другой стороны, хочу сказать, что новозеландец очень красиво ходит по данной стратегии. Рекомендую вам его использовать, эту стратегию по новозеландцу. Но единственная проблема у новозеландца, это вот гигантский вот этот вот, конечно, спред. Он просто убийственный для меня. Вот. Потому что на часовке он существенный, этот спред. На 5 минутки, вернее, извиняюсь. Да, на 5 минут. Ну вот, посмотрите, новозеландец, он просто прекрасная картинка. Вот чем отличается новозеландец в этой ситуации, видите, да? Вот они, эти сигналы, которые когда-то я демонстрировал. Прекрасно все работало. Теперь цена идет вниз. В этой ситуации, конечно, торговать не вниз, естественно, вот в этом очевидном движении. Тем более, что он имеет фактор ускорения, да, любой коррекционный подъем, вход, продажи. И вот эти вот структуры, они постоянно здесь генерировались. Посмотрите, вот они, эти коррекционные откаты. Вот они, эти коррекционные откаты. После пробития, естественно. Стройте мои ступени, друзья, ступеньки. Тогда легко будет ориентироваться. Вот здесь. Даже вот здесь вот маленькая вот эта разметочка давала сигнал на торговлю, да. Ступени — это вот эти вот горизонтальные линии поддержки сопротивления. Вот эти вот ступени стройте. Ну, у меня будет семинар, не знаю когда, наверное, ближе к осени. Готовлю материал для этого. Неплохая идея, вот, в плане того, что дает хороший ценовой ориентир. То есть вот эти ступеньки строим. Вот, то есть в текущем моменте, вот как строить, да? Находим существенную коррекцию, вот она, да, после которого была обновлена впадина. Вот. И вот здесь строим линию, и вот здесь вот. Вот. Ну понятно, что можно эти ступеньки строить вот на этом этапе, но смысла уже нету. Главное то, что на последнем этапе здесь, посмотрите, вот, вот на этом движении, рынок после коррекции обновил вот эту впадину. Соответственно, здесь появляется зона коррекции, вот она, эта зона коррекции, самых низу. А, кстати, здесь была обновлена впадина? Непонятно. Вот. Ну, вот таким образом, пробив предыдущую впадину, здесь рынок сформировал зону пробоя и предыдущий уровень коррекции. Что это значит? Это значит, что в текущем моменте цена находится в импульсе вниз, но надо ждать вот коррекцию. Вот, чтобы понять, где и как продавать, отобразите вот эту вот зону коррекции, как я ее называю, вот, после такого движения вниз. Любой подъем наверх к этому уровню, вот в этой серой зоне, это коррекция, друзья. Это коррекционная зона, в которой надо искать возможность стать в продажу. Тогда вам будет легко ориентироваться. Тогда вам будет понятно, чего ждать, какого характера движения цены вот в этой коррекционной зоне должен быть. Ну, например, вот она была структура, видите, троечка. То есть вы видите, что идет коррекционное движение, но вы прекрасно понимаете, что вот к этому уровню это коррекция. И, соответственно, вы ждете момент для входа в рынок. И вот он был, посмотрите, когда цена... Видите, сформировал разворотный каналчик вниз. Вот, посмотрите. Вот видите, вот он. И в этой ситуации вы видите, что ага, коррекция завершилась, произошел пробой опорной точки, и вот он, точка входа. Sell. Продаем. Здесь продаем. Встаем в продажу. Ну, конечно, некоторые могут улыбнуться, сказать, как так в конце вот этой коррекции встаем в продаже. И что у нас? Стоп-лосс здесь работает? Нет, в этом движении. Ну, просто вы должны оценить, что потенциальный ход здесь в этой ситуации очень маленький. Но это сигнал для входа в рынок. Ведь коррекция могла быть и выше. Ну, сейчас покажу. Вот бывает ситуация, когда вот она, троечка пробилась, видите? Казалось бы, в самом низу встаем вниз, да? Упуская вот это существенное движение вниз. Но ведь потом цена, посмотрите, как резко свалилась вниз. Ничего страшного. И здесь такая же ситуация могла продолжиться. Просто вот эти моменты, когда вы видите, что здесь был хороший провал после вот этого пробоя, да, то по правилу чередования, скорее всего, этот сигнал реализуется, но не так динамично, как это было здесь. Вот этот фактор, конечно, надо учитывать. Но вы же видите, что очевидно движение сохраняется. Ну не пошла цена сразу вниз. Хорошо, отлично, замечательно. Значит что? Я возьму еще лучше цену. Да? Пусть рынок как можно выше. То есть в этой ситуации вы должны себе говорить, дай бог, чтобы цена как можно выше забралась, для того, чтобы я на самом высоте коррекции встал в продажу. Как это произошло вот здесь, посмотрите. Так что вот новозеландец. Ну это вот текущая пятиминутка, там часовка. А что говорит недельный график? О, недельный график нам говорит, что...
Так, обновление произошло в решимке? Да, обновление произошло. Все, друзья, меняем структуру. Посмотрите, как это делается. Разметку меняем. Вот он канал, гигантский большой канал. Цена пробила предыдущую решимку, прокол. Соответственно, опять же, подходим к этому вопросу с точки зрения той стратегии, которую я вам говорил. Да? Вот ступени, стойте ступени, вот она ступенька. Что это значит? Цена обновила предыдущую вершинку, да? И это коррекционное движение. То есть вы себе говорите, что с этой вершины, после обновления этого предыдущего хая, любое снижение вниз, вот к этому, это зона коррекции, в которую вы будете искать, исключительно искать только возможность для входа в рынок наверх. Но это недельный график. Но все дело в том, что цена может с любого уровня пойти наверх. Да? С этого уровня, может быть, поглубже. Вот. В этой ситуации рекомендую переключиться на дневку. Если вы на дневном графике увидите структуру коррекционную, то дай бог вам, то есть дай возможность, ищите возможность встать наверх. Но видите, здесь структуры нету. Поэтому вы должны предполагать, что коррекция может быть очень глубокая для того, чтобы встать наверх. Вот. Ну вот, собственно, это уже нюансы, так сказать, тонкие моменты уже моей стратегии, о которых, возможно, я буду говорить, но если будет формат времени, мне позволит это. Вот. Это вот такие моменты интересные. Вот. Так что вот, кстати, рекомендую торговать на новозеландцы. Вот, посмотрите, очень хорошие затяжные движения у него. Так, где? Ну вот, посмотрите, вот эти движения. Консолидация достаточно, разброс очень большой, когда происходит консолидация. Диапазон просто чудовищный. То есть очень хороший такой вариант вот работы. И вот ситуация достаточно интересна. Но с другой стороны, мы смотрим, что тенденция, наверное, сформировалась, да, вот этот канал-то сформировался. Но, друзья, не забывайте, что здесь еще и такое движение еще пока что актуально, да. Вот. Фактор ускорения. Вот он, да, фактор ускорения. И в этой ситуации, вы видите, слишком сильный отскок произошел после пробития предыдущей вершины. Вот здесь уже нюансы. Здесь может возникнуть вот это замедление. Вот, видите, подтверждение замедления будет касание линии поддержки. А что это значит? Это значит, что мы вот так вот рухнем. Может быть, рухнем вот таким образом. То есть широкая возможность для активной работы на новозеландцев. Все, друзья. На этом завершаю семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. У меня сегодня в 3 часа базовые принципы. Буду рассказывать о тонких моментах. Не знаю, если формат времени получится, то есть по времени и по ситуации на рынке. Потому что, честно говоря, выход новостей важных не располагает мне к активной торговле. Не хочется портить свой уикенд. В принципе, торговля, конечно, упустила множество возможностей, где-то около $1000 потенциальной прибыли. Но в целом неделя заканчивается позитивно. Да, не та прибыль, которую я рассчитывал, там $270. Где-то в районе, ну, где-то плюс лишился около $1000 прибыли потенциальной. Поэтому, ну, такая ситуация. Ладно. Тем не менее, работаем. Так, ну все, друзья. До 3 часов дня. И у меня сегодня в 5 часов будет 3 маленьких индейца. Семинар, к сожалению, условно платный. Вот. Ну, до встречи, друзья. Теперь уже в 3 часа дня.